24-25 по Констанс. Ну вот, Констанс. Теперь надо лишь... Мы здесь на той неделе были. И ради этого ты пожертвовала пистолетом. Это след? Да не верю я, что он видел здесь цикад. Да ладно. Все будет хорошо. Ну, не знаю. Пойдем. Ну ладно. Все-таки не конец еще, как я думал. 24-10. Пушки есть. Он будет на этой стороне. Там все четные. Так, что нам тут создать? Ну давай на всякий случай. Тут хрен создадим. На всякий случай. Нифига нету. Ладно, пойдем, че. А вот. Кто-то ходит. Где? Ну, я так и знал. Так, что тут у нас? Записочка на унитазе. Вся коричневая. Гремучки уже здесь. Я не намерен идти в их проклятое рабство. Эндрю, Логан, Ори. Папа идет к вам. Это какой-то новый враг, что ли? Вот так. Что тут у нас? Ничего, да? А вот, нет, тут что-то есть. Иди ко мне. Сюда иди, сказал. Красавчик. Посмотри-ка. Нормально. Оп, стоп. Туалетная бумага. Пойдем дальше. Надеюсь, тут растяжек не будет. Вот и все. Ага. Надеюсь. Я говорил, тут кто-то ходит. Говорил. Молодец. Так, куда нам идти теперь? Ну, тут явно нет. Не сюда. 24-29. Перебор. Вот. Надо 24-25, да? А тут что написано? Вот. Посмотрим. Из цикад, мне кажется, осталось человека 2, может, максимум. Сойдет. Ну, пойдем. Надеюсь, мы найдем здесь свой покой. Так, тут ни хрена нету. Так, стоп. Тут тоже, да? Ладно. Тут слишком тихо. Не думаю, что кто-то есть. В плане именно из... Дом выглядит заброшенным. Ищем дальше. Из этих мутантов всяких. Они изобразили на стенах внешний мир. Но растения так не выглядят. 24-25 по Констанс. Санта-Барбара. Вот этот дом. Да, но здесь ничего нет. Это... Надо еще осмотреться, чувак. Они могут прятаться, как бы, не... Не догадался? Тут ничего нету. Тут тоже. Тут тоже ни хрена. Заперто. Так. Может, есть другой вход? Да я еще это не все осмотрел. Оптимизм? Это желание помочь. Ты и так помогаешь. Так, тут ничего. Ну, вот только здесь, значит, где-то выход. Так, тут ни хрена. А может,
Опа, склад. Отсюда все забрали. Да. Почти все. Мне тоже так кажется. Почти все забрали. Ты хотел Помнишь, так сказать. Наш последний визит в бассейн? А, ты про тот эпизод, когда мы чуть не разбились? Да, что-то такое припоминаю. Так, вот сюда, да, я не попал. Ага. Пистолет. Патроны у меня все? Ну, вроде как да. Ничего. Вообще ничего. Выход вон в окно есть? Не может быть. Да сейчас найдем, подожди. Момент неожиданности. Так. Серьезно? Тут явно ничего нету. А, вот подожди, можно там перепрыгнуть, наверное. Нет, нельзя. А чё я еще не рассмотрел? Точнее, не осмотрел. Так. Здесь я был. Лев, тут ничего нет. Нет, стой. Ты что-то нашел? За шкафом. Царапины. Отойди. Давай. Подземка. Есть кто? Может, на вылазке. Тут нету никого. Сюда давно никто не заходил. К сожалению, вынуждена согласиться. Что-то мне кажется, сейчас будет концовка не очень приятная. Так-то вообще нормальная казарма. Казарма. Они тут долго пробыли. Это же душ, верно? Угу. Так. Что это такое? Солнечные панели. О. Теперь ты будешь, наверное, всем главной цикадой. Будешь набирать народ. Слышит нас кто-нибудь? Говорит. Цикада. Где тут позывной? Чего? Ну, набор цифр и букв. К черту. Говорит Эбби из Санта-Барбары. Вы меня слышите? Прием. Кто-нибудь слышит? Что это? Это частоты. На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Кто-нибудь слышит? Это другие штабы цикад? Не знаю. Слышите меня? Прием! На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Прием! Прием! На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Кто-нибудь слышит? Если вы слышите, пожалуйста, ответьте. Привет, Эбби. Слышим тебя четко. Где в Санта-Барбаре ты находишься? 24-25 по Констанс.
Мы набрели на этот штаб, но здесь никого. Мы ищем цикад. Я сама цикада. Где ты служила? Аванпост в Солт-Лейк-Сити. Кто им командовал? Доктор Джерри Андерсон. Мой отец. Вот значит как. Мы отозвали все силы с опорных пунктов обратно сюда, на базу. Сколько вас там? Около 200 человек. И еще приходит. О, он был прав. Ожидайте еще двух. Как вас найти? Доберитесь до Каталины. В Авалоне идите к большому зданию с куполом. Мы вас найдем. Хорошо. Хорошо, мы будем там. Конец связи. Мы будем ждать. Удачи, Эбби и Санта-Барбара. Конец связи. Ну что, пойдем к лодке? Да не может быть все так радужно, ё-моё. Ну, ладно. Где выход? Ты была права. А, что-что? Почему ты просишь повторяться, когда я ошибаюсь? Потому что мне от этого легче. И потому что это так редко так бывает. Ну что, пойдем на выход. Я ж говорил, вот не может быть все так радужно. Охренеть. Стоп. Стоп. Убьешь же так. Свяжем ее. Иди сюда. Дай-ка посмотрю. Ты готов? Стой, ты чего? Стой, стой! Сука! Жить будешь. Свяжи мелкого. Блядь, ну что так? Не трогай его! Не прикасайся к нему! Неужели это Томми? Ну-ну. Хороший лов, а? Это новые враги, походу. Там же говорились какие-то врагах в записке. Я не помню, как их зовут. Ну и что? Так, стоп, записка. В общем, верная наводка, которую я выменял на ту рыбу, оказалась пустышкой. Мы уже в который раз убираемся в тупик. Но что-то мне говорит, что цикады все-таки в Санта-Барбаре. Вот только где? Представляю, с каким выражением лица я могла бы это тебе сказать. Заткнись. Попробуем проверить еще один след в пригородах. Пожелай нам удачи. Ночью я сидела у огня с левым, осмотрела на волны и думала о тебе. Я рассказала ему твой дурацкий анекдот про бабушку на скейте. Он ржал так, что аж подавился. Таким довольным я его еще не видела. По тебе скучаю. Тебе бы здесь понравилось. Никаких городов, только небольшие караваны, кочующие вдоль берега. Все говорят, что Санта-Барбара дурное место, что-то вроде Бермудского треугольника, а мне кажется, что здесь красиво. На днях мне на глазах попался тюлень с пятнышками. Это ты так шутишь с того света? Так, и куда мы идем? Как ему сумело попасть отсюда на улицу? Сейчас разберемся.
Ну, вон же видно, что отсюда она попала. А, нет. Так, вперед. Да, вот подъемчик есть. Тут что, у нас есть куда идти? Нет, да? Ну туда, значит, пойдем. Выглядит заманчиво. Вот так она и попала. Ну или как-то не знаю, мне кажется, ей не идет такая прическа. Вот, стоп. Что-то как-то такое себе. Так, что-то на... О, пушка. Точнее, патроны. А чё? А, ну вот сюда, да. Пойдем. Опа. Вот, отлично. Уже видны эти. Что-то создать можно, что-то мне, подожди. Так, 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 так. Стрелы, да? Тут... Ну давай вот эти вот сделаем. А, нифига себе, у меня оружие сколько. У меня что, два дробовика, что ли? Ну ладно. А, нет, это винтовка, показалось, дробовик. Показалось. Так, ну, я что, получается, пришел туда, где она только что она была, или это что такое? Ладно. Или, ну, скорее всего, да. Иначе я не знаю, где мы. Скорее всего. Что дальше? Месса Блав. Я здесь. А Санта-Барбара, значит... Здесь. Ну, тут, наверное, нечего осматривать даже, да? Что такое? Какая-то музыка подозрительная. А, понятно. Так, мне нужен этот лук. Вот так. Так, отлично. А тут вход, да? А, нет, это просто, типа, ни хрена не вход, короче. Записка? А, да, я говорил, что подожду вас здесь, но это слишком опасно. Местный лес сокишат гремучками, а я не хочу, чтобы меня опять заковывали в цепи. Ищите меня там, где я рассказывал анекдот про шарик для пинга-понга. Скучаю по вашему смеху, надеюсь, с вами все в порядке. Ясно, понятно. Они такие нас, короче, на Тиндок обманули, типа, знаете, такая концовочка, все это хорошо, и потом бац. И ни хрена это не концовочка, оказывается. А продолжение. Да нет. Сдохни. Вот так. Черт. Черт что? Тут что только что пробежало? Тут что-то только что пробежало. Он спалил, да, меня? Вот так. Сейчас я спустя. Ну вот он. Пошел нахер. Ты что, конченый, что ли? Я тебя раскрошу. На, сломал молоток об его харю. Да ну тебя нахер. Да отвали ты, пожалуйста.
Вот так. Совсем охренела. Мразота такая. Давай подлечимся. Идем дальше. Конечно, идем. Будто бы на черкашины тут, понимаешь ли, мажутся от меня. О, патроны. То, что надо. Оп, стоп. Лук. Хорош. Тут есть где забраться? Нет, да? А куда идти? Так, погоди. А, вот проход есть. И чё? Надеюсь, тут нету еще одни черкашни. Так, сейчас мы его снимем. Вот так. Есть. Прям в точку. Вот так. Замечательно. Не улетел с крыши? А жаль. И что, получается, мы сейчас Эбби спасем, наверное, все-таки. Попробуем срезать путь. Есть кто? Что-то никого не вижу. Блин, у меня аж нос зачесался. Походу, получу люлей сейчас. Нежданчиком. Ну, я никого не слышу, короче, тут. О, карта. Тут ничего нету. КБР-73 какой-то. КБР. О, дубинка. Кто-то получит мне леща. Давай, опа. Хорош. Не, ну тут явно... Место нехорошее. Где ты? Давай, наверное, мы все-таки бомбу положим. Вот так. А тебя мы... Вот здесь. Да пошел нахер. Нахрен. Вот так, вот так. Кто еще тут? Вот так. Не-не-не, нафиг, уйди. Вот так, хорош. Неплохо справились, слушай. Давай мины создадим еще. Так, тут есть? Эбби, богом клянусь. Если они тебя убили, им крышка будет. О, записка. Мама, я ухожу гремучком. Прости, что пишу об этом вот так. Но ты бы меня отпустила. Мы голодаем. Мы не можем уйти отсюда с тобой и Абуэлой. Рано или поздно нас все равно найдут. А если я пойду к ним, мы все будем в безопасности. Понимаю, это страшно, но я люблю вас обеих и готов на все ради вашей защиты, Арни. Так, значит, наш новый враг гремучки. Вот так они их называют. Ладно, разберемся. Так, давай лук, наверное, лучше. Самое нормальное оружие. Вот так. Ну, гремучки, ну, держитесь. Отлично. Так, это, давай еще, что там можно еще сделать? Давай, это тоже сделаем. Раскачку оружия уменьшим. Замечательно. Все, уходим. О, подожди, еще есть. Ну, не знаю, не буду, наверное, тратить на эту хрень. Ладно, уходим отсюда. Тут вот еще что-то есть. Так, тоже возьму. А вот это можно потратить. Потому что более мощное.
Хрень. Вот так. Замечательно. Все, уходим. Так, где-то тут я видел выход был в окно. Вот он. Опа. Замечательно. Где я? Где-то здесь должна быть улица. Найдем сейчас. Так, тут пусто. А, ну вот. Это что такое? Не понял. Что было? Ладно. Санта-Барбара ниже. А, нет, мы не в Санта-Барбаре. 24-25 по Констанс. Угу. Что ты написала? А, бабочка типа. Ну ладно. Пойдем разбираться. Так, подожди, по-любому тут что-нибудь есть. Все-таки военная машина. Вот, я же говорю. Вот так, вот так, вот так. Замечательно. Великолепно вообще. Ну что, пойдем. Она должна быть там. Оп, стоп. Что-то есть. Вот так. Вообще крутяк. Я, конечно, внимательностью не славлюсь, но каким как-то нахожу вот это все незаметное. Это потому, что они отмечаются на карте. Обозначаются. Так бы я не нашел, я думаю. Надо каким-то чудом спуститься вниз. А, опять вы? Вот так. Вот так. Ха. За мной-то не повторяй. Так. Блин, жалко, стрелы ломаются. Вообще жалко прям. Вот так. Стрелы мне нужны. Вот где-то здесь они. Так, давай побыстрее. Вот она, тварь-то. Стоп. Мне показалось, или кто-то целится? Подохни, мразь. Перо тебе в шею. Так, что у нас? Почти спустили, значит, да? Надеюсь, тебя не схватят, Эля. Ну, мать твою! Ну, какого хрена? Охренеть! Жесть. Почему такая неаккуратная? Черт. И кто же нас спасет, интересно? Сами или кто-то? Ну ты чё, сознание потеряла? Чё, ёб твою мать, а? Ни хрена это не Эбби. Я нашла тебя. Ты здесь. Смотри, еще живая. Она вся в кровище. И гуси месяца не протянет. Я надеюсь, на сегодня мы закончили. Да, сними ту хрень. Надо перезарядить ловушку. Серьезно? Зачем нам тащить ее вообще? Она же. Нет, 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 нет. Нет. Что смеешься? Что, в штаны наложил? Маленькое сыкло. А ты у нас шутница, да? Вставай. Эй, перестань. Вставай. Успокойся. Все равно не жилец. Он только
Прошу, нет! Да, смешно же, да? Смейся! Что ты взъелся? Давай, смейся! Опа! Охренеть! Ах ты, сука! Погоди, погоди, ищешь Эбби? Ты сказала Эбби, да? Мы недавно поймали ее. Ага, конечно. Накачанная. С косой. Руки, как у меня. С ней был паренек. Со шрамами у рта. Да, она... Отпустишь меня? Скажу, где искать. Доберешься, пока укус тебя не убил. Говори. Она в клетке, у нас в лагере. Где это? Иди туда, до железнодорожных путей. По ним выйдешь к курорту. Пленники в высоком круглом здании. Убьешь, не убьешь? Убьет. Клянусь. Или нет? Изменилось? Да, убьет. Ни хрена не изменилось. Ну, с одной стороны, она правильно делает, как бы нельзя оставлять следов. Не проблема. Пути к курорту. Высокое круглое здание. Пути к курорту. Круглое здание. Зашила. Молодец. Это оружие! Я назад не вернусь! Зараза! Черт! Хорошо. Он взял ствол! Скажи нашим, пусть прочешут сектор. Надо удостовериться, что больше никто не сбежал. И берегитесь зараженных.